Здравствуйте, все зрители моего канала. Здравствуйте, мои дорогие подписчики. Получила сегодня посылку. Сначала мне почтальон принесла квитанцию. И того номера, который там был написан, я даже не нашла в своих заказах. Меня взяло огромное любопытство. Я быстренько собралась и побежала на почту. Получила вот такую вот маленькую посылочку, что в ней даже предположить не могу. Сейчас мы ее вскроем и посмотрим, что же там мне прислали. Уже вижу. Пришли это часики. Мои новые часики. Почему-то номер на них мне прислал продавец другой. Он не отслеживался. А часы пришли совсем под другим номером. Вот такие вот часы. Такие часики у меня уже есть. Но я подумала, что если я уеду в отпуск, там они, конечно... У меня, скорее всего, что они у меня испортятся от влажности. От влажности, от моря. То и заказала себе другие. Впрок, как бы так сказать. Сейчас мы их откроем, вот посмотрим. Ой, как тут все плотно закручено. Вот. Камушки все на месте, как и должно быть, 4 камушка и по размеру мне они тоже прекрасно, не надо ничего будет удалять, никакие звенья. Замечательные часы, мне они очень нравятся. Это у меня вторые точно такие же часики, пришли очень быстро, и я их совершенно не ожидала. Странно, почему продавец так мне не дал номер отслеживания. Для слежения там совершенно другой номер был написан. Но это совсем теперь уже не важно, правда? Главное, что мои часы пришли. Ссылочку я вам обязательно оставлю. Продавец порядочный, я уже второй раз у него заказываю. Вот, вот и все, мои дорогие.